всем канале, это очередная серия по игре Soviet Car Premium. И сегодня у нас будет довольно-таки необычное видео. Мы с вами попробуем профессию военные. Я не знаю, что она себя представляет, и если у меня ассоциация есть какая-нибудь со скорой помощью, ассоциация какая-то есть с полицейскими, с пожарными, то здесь у нас такого ничего нет. Кстати, следующий ролик будет как раз про пожарную. Так, вот такая у нас буханочка, мы уже видели ее в... когда играли в водителя скорой помощи, и как вы можем заметить, она имеет у нас только один зеленый цвет. Включим фильтр игровой для комфортной игры, вот эта красивая цветокоррекция, которая мне очень сильно нравится. Как бы могли сказать, что будем играть на ней. Но нет, ребята, это скучно, так как мы уже на ней играли и знаем, как она ездит. Поэтому переходим в менюшечку и выбираем УАЗ. Да, на нем мы еще с вами не ездили, и было бы интересно все-таки покататься. Так, начнем с того, что сделаем нормальную настройку, опять же, включим растительность и трафик, и посмотрим, что из себя он представляет. Есть приборки, в принципе, салон скучный, я бы не сказал, что даже проработанный. Вот, ну не знаю, такой себе салончик. Мне очень сильно понравилось, как салон сделан в штатных автомобилях, которые предназначены для такси. Вот там салон сделал круто, проработано. Здесь лучше всего все-таки от третьего лица ездить. Такое ржавое покрытие вот такое у нас имеется, колесики. Не знаю, моделька такая себе, если честно. Вот, опять же, гражданские автомобили, которые здесь есть в этой игре, намного лучше оптимизированы и детализированы. Но я не могу сказать, что эта моделька плохая, так как она довольно-таки интересная и, в принципе, хорошая. Так, заходим в нашу машину. Вообще, изначально, кстати, забыл показать вам, что это вообще за автомобиль. Вот так вот он выглядит. Вот у нас фары, аварийка, все работает, все имеется. Так, поехали. В принципе, по колесам, мне кажется, они стоят такие же, как и на буханке. Вот, машина должна у нас быть. Проходим. Так, не понял. Я случайно кнопку нажал, блин, выйти из машины. Ну ладно, решил эту проблему тем, что перезашел в игру, потому что, блин, машина на скорости 80 км в час уехала куда-то в никуда, вообще к краю карты, я туда бы сколько бежал-то, ё-моё. Проще, короче, перезапустить игру, и первое, с чего бы я хотел начать, это вот такой пропускной пункт, который находится здесь. Мы уже видели такое в ментовке, там вид у нас открывается на город, и было бы интересно посмотреть, куда вид тут открывается. Но, к сожалению, мы войти не можем из-за того, что здесь стоит забор. Ну, ладно, мы немного оттираем, так как уже смотрели, как там все устроено. Садимся в наш УАЗик и продолжаем ехать по делам. Кстати, что за дела? Мы вроде сейчас отвозим документы, что-то не обратил внимания, просто туда тыкнул. Вот, там есть несколько. Там можно отвезти боеприпасы, можно отвезти документы и медпрепараты. Медпрепараты мы отвозим в больницу. Сейчас мы боеприпасы отвозим вот к этому месту. Так. Хотя нет, нет. Так, тут что-то у нас закончилось, мы, наверное, не в ту сторону приехали. Вот, сюда мы боеприпасы возим, медпрепараты мы возим к больнице. И сейчас посмотрим, куда мы возим документы. Кстати, по поводу поездов, довольно-таки интересная штука, вот. Может быть, когда-нибудь сниму, куда он едет, там, посмотрим с вами. Так, выезда что-то не вижу из воинской части, с этой стороны, ну вот вообще, поэтому поедем здесь, объедем. Так, чтобы не было каких-то проблем дополнительных ради экономии времени. Бензин, кстати, очень быстро тратится у нас на УАЗике. Я не знаю, с чем это связано. Вот я на автобусе и гонял. Ну, как я обожаю высокие бордюры. Я на автобусе гонял, у нас так быстро не тратился ничего. Блин, высокие бордюры, это, конечно, жесть. В машине очень тяжело, но мне повезло, что все-таки колеса клиренс высокие, данный автомобиль, так как предназначен для бездорожья, и проехать, в принципе, не составляет никакого труда. Так, мы находимся сейчас в вроде главном городе, если я не ошибаюсь. Так, едем, едем. Угу. Так. Мы сейчас развозим документы, походу, да, потому что вот различные непонятные помещения. Тут я раньше не был нигде, кстати, не ездили мы еще с вами. Так, ух ты, парковка с автомобилем, нифига себе. Необычно, интересно, кстати, вон у нас машинки различные стоят. Так, проезжаем, и вроде вот он перед нами стоит пункт. Да, это воинская часть тоже в этом городе небольшая. Так, проехали немножечко.
все отвезли, и я думал, что на этом все. Нет? Нет, на этом не все, надо отвезти еще в одно место документы. Ладно, нет проблем, вообще довезем. Так. Да, это город другой, это не главный город, тут автовокзал у нас стоит. Так, здесь что-то ничего нет. Тогда давайте через парковочку тогда с вами, наверное, проедем. Так, выезжаем на дорогу. Пипец, конечно. Я не знаю, возможно ли в этой игре вообще перевернуть автомобиль. Мне кажется, это будет довольно-таки проблематично. Так, спереди мост какой-то, кстати. Но мы туда не поедем, нам не по пути. Так, мчимся к следующему пункту. Так, едем. Я не знаю, может, кстати, это воинская часть уже, потому... Да, вроде воинская часть уже. Да, на воинку едем. Не знаю, дорога, кстати, к воинской части никуда не ведет. Только если с той стороны, а там, как видите, ничего нет. Соответственно, придется ехать нам по земле, по траве, вот, без дороги какой-либо. Такая защищенная, получается, у нас воинская часть, находящаяся в пригороде. Так, едем с вами, мчимся, уже, в принципе, сейчас подъедем и поедем тогда за боеприпасами. То есть попробуем выполнить все миссии, которые в этой игре присутствуют в данной профессии. Ну, в принципе, мы должны с вами успеть. Видео будет немножечко дольше, чем были все прошлые. Вот, я устроил голосование на своем канале еще давным-давно, вроде как. И все проголосовали от 10 до 15 минут. Соответственно, этот видос будет у нас в районе 13-14 минут. Вот, надеюсь, мы уложимся в этот промежуточек. Перестраиваюсь на ритм, как раз такой, по 10-15 минут. У меня обзорчики на игры различные. Так, тормозим. Кстати, было бы интересно посмотреть, куда едут эти поезда и возможно ли сломать машину, потому что здесь есть деформация. Вот, я отвлекся немного от темы. Вот, у нас по 5-10 минуточек ролики будут только это ретро-гараж и обзорчики различных игр. Все остальные ролики по другим играм я планирую снимать уже по 10-15 минут, укладываться примерно в это время. Боеприпасы доставлены, и сейчас мы с вами едем доставлять медпрепараты. Все, это последнее задание, которое присутствует в этой игре, и самое сложное, по-моему, потому что здесь несколько мест нужно доставить это. Так, проезжаем с вами, пролетая вот таким вот образом. Так, я не знаю, даже, наверное, здесь поедем. Еще не понял, как с этой воинской части проехать, вот, у меня есть некоторые проблемы с этим. Дорога ведет одна, только от воинской части это вот это, поэтому, в принципе, сталкиваюсь с некоторыми трудностями. В принципе, вроде здесь тропинка ведет куда-то тоже. Вот, поедем здесь. Вот самое главное доехать до метки. В принципе, наш автомобиль способен ехать по бездорожью. Это, в принципе, не очень как бы правильно, но вот вон вроде дорога есть. Поедем на нее, выйдем. Вот. Буду сокращать при возможности только одно. Это если не будет понятно, куда и как ехать, или не будет вообще дороги. Так, мы с вами мчимся к больнице. Так, походу нам нужно забрать медпрепараты для армии СССР. По-моему, все правильно сказал. Вот. Так, немного вылетаем. Что-то опять проблемы какие-то с управлением. Я в настройках сейчас давайте подредактирую все опять. Вот. Когда не ставишь эти показатели, у тебя машина вместо того, чтобы поворачивать, дергается. И это очень сильно мне не нравится. Так. Мы с вами мчимся, мы с вами едем. Вот. Про поводу Нового года. Вот. Надеюсь, косарь мы доберем до Нового года. И выйдет разговорный ролик, в котором я поговорю как раз, отвечу на все вопросы, расскажу немного о себе, о канале, что будет дальше. Вот, то есть будет познавательный ролик, я не знаю, насколько он затянется, но минут 10, наверное, будет. Наберется, вот. Если вам интересно, напишите в комментах. Мне единственный вопрос, который меня интересует, это в какой промежуток времени мне выложить этот ролик. Выкладывать его буду 31 декабря. Не вижу смысла выкладывать в 00:00, потому что обычно это время вы все сидите за столами, слушаете там разговор Путина, да? Вот. Поэтому, не знаю, это либо выкладывать позже, либо выкладывать раньше. Напишите в комментариях, я, в принципе, в сообществе опрос тоже устрою по этому поводу, а мы подъезжаем к аптеке. Вот, потому что вот лично я не знаю, когда вот
выложит ролик, чтобы вы его обязательно посмотрели. И желательно перед Новым годом. Ладно, мы с вами едем. Я к аптечке подъехал. И сейчас едем на следующую точку. Не знаю, успеем или не успеем. У нас бензин на нуле, вон уже чек горит. Вот. Так, мчимся. Мне кажется, все, я уже не доеду. Это жопа. Вон, кстати, единственное спасение, которое у нас есть, это заправочка. Иначе вот все, мы встрянем, реально. Подъезжаем к заправочке, она у нас единственная по дороге будет, которая есть. Дальше я не вижу смысла ехать без заправки. И я не понял, что такое. У нас не заправляется УАЗик. Ну вот вообще не заправляется от слова совсем. И вот с этим очень много проблем связано. Сейчас посмотрим, сможем ли мы доехать до конца миссии. Ребята, извините, что аудиодорожка нарезана, потому что у нас периодически идет ремонт. Соответственно, я вырезаю вот эти звуки, дрели и так далее. Ну, короче, поймите просто, почему таким образом происходит. Вот, чтобы лишних вопросов не было. Ладно, не знаю, бензина у нас осталось очень мало, и я не знаю, доедем ли мы. Или не доедем, но очень бы хотелось все-таки домчаться до туда. Хотя это очень проблематично. Смотрите, как ее носит. Вот я все блокировки отключил, все, понесло боком машину. Так, едем, у нас горит чек, и уже вот вообще нет бензина, к сожалению. Вот, главное дожать хотя бы до города. А там уже посмотрим. Так, город спереди. Да, вон его видно. Угу. Блин, пипец. Все, смотрите, уже ниже стрелки опустился, но мы еще едем, мы еще мчимся. Вот, так, несет боком машину. Ну давай, ну что ты. Все, ребят, мы приехали. Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем эту серию, не успели мы доехать, у нас, к сожалению. Так, давай, давай, может мы с тобой доедем. Давай, вези меня. Может, толкача заведем. Реально, кстати, так доехать можно. Ладно, на этом, ребят, мы заканчиваем серию. У нас закончился, к сожалению, бензин, и с этим ничего поделать нельзя. Вот. Не знаю, почему УАЗик у нас не заправлялся. На этом, ребята, серия подходит к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы я понял, что данная рубрика на моем канале вам интересна. Также пишите идеи для новых роликов. На этом я с вами прощаюсь.